строится небольшими короткими перебежками с тяжелой волокушей продвигаться вперед к нашему месту назначению. Тяжело, уже полная волокуша, блядь, снега на. Приветствую вас, рыбоохотники! Сегодня мы вырвались на рыбалку с моим напарником на Юганскую Обь. Но для начала я хотел бы вам посоветовать группу ВКонтакте. Это продвижение социальных сетей. Если у вас есть такой небольшой канал, как у меня, вы можете воспользоваться их услугами. Услуги это платные. Ссылка этой группы будет в описании под видео. Просидели мы 4 часа, не было ни одной сработки, поставили 16 жерлиц, пробовали на мормышку, на балансир, на мотыля, на опарыша, в общем, ни одной поклевки. Мы решили времени немного не терять, сейчас собираемся и переезжаем там в другое место, поедем на карьер. Надо ехать на другое место. На рыбалке как в бане. Вот таких усадьб у нас 848-272. Ну это непонятно что. А это 707. Короче, элитная рыбалка у нас. Это у нас самый главный труженик. Это его инструменты. Короче, что сегодня поймаем, попробуем пожарить. Взяли с тобой баллон с горелкой, сковородку взяли, взяли масло. Мы сейчас в другом месте. Мы находимся возле карьера. В том году мы там рыбачили, таких неплохих, кстати, таскали сорок. Ну и щучка попадалась, окунь тоже попадался. Бла-бла-бла, пошли рыбачить. Кстати, по которому карьеру сейчас идем, и прям вот буквально вот в этом месте где-то я утопил камеру. Вот где-то здесь вот, здесь. В том году я, короче, камеру утопил, GoPro 4, такую же, на которую сейчас снимаю. Я ее утопил без бокса герметичного, так что ее без толку было доставать, хотя мне предлагали, чтобы я ее достал, там один знакомый водолаз. Я говорю, не, без толку, она была не герметичная, ей, короче, хана. Есть, да? Это окунь. Ой, вообще мало. На мотыля я его уговаривал. Есть. Ты на парше? Да. О, видишь? Покрупнее. Вот. Теперь я ставлю глазик. Ты же знаешь, какая у меня система? Да. У тебя есть эти самые? Колбаса. О, смотри какой. Да, у тебя колбаса есть? Вот это будем жарить сегодня. Да. Первый наш окунь, вернее мой сегодня. Антон уже два поймал. Вот у меня первый окунь. Ну что-то маленькое. Ну я что-то делаю. Мелочь. Мелких отпускай, блин. Мне понравилось, схватило.
решили пожарить окуня и белую. Взяли с собой муку, сковородку, горелку. И вот сейчас все в процессе. Красота на природе. Дрюха, еще парочку окуней. Ну капустника вылови. Сейчас выловим. Сейчас все собаки сбегутся на запах. Сороки, ёп. Сороки? Может, сороки. После них лисы бегут. Так, крышечку накрываем. Все, процесс идет. О, у нас рыбка немножко поджарилась. Так, ты что там поймал что-то? Да, сейчас поймал, вот. Такого поймал, маленького, правда. Такого жарить, что ли? Конечно. Сегодня у нас обед уже был, а сейчас у нас практически ужин. Сейчас без 15:05 вечера. И вот мы первый раз жарим зимой тут же пойманного окуня, чебачка. И вот сейчас пробуем. Ну, в принципе, неплохо на маслице-то пожарить. Там и то. Короче, нашли вот место такое. Здесь кто-то построил такой круг из баннера. Решили здесь половить. Правда, мелочь клюет, зато ветра нету, палатку не надо ставить. Вообще сидим, отдыхаем на природе. Сегодня, кстати, 18 марта, день голосования. Ну а вы в комментариях напишите, ходили ли вы голосовать или были на рыбалке, как мы. Ну и заканчиваем мы сегодня нашу рыбалку. Сегодня у нас выдался трудовой день. На жерлице у нас сегодня не брало, мы потом забросили это дело и начали ловить на карьере окуня. Чуть-чуть половили, тут же пожарили, сожрали. И сейчас нам предстоит возвращаться, тоже идти где-то около километра. Ну и напоминаю, что у меня в конце марта будет объявлен конкурс в моей группе. Ссылка будет в описании под видео. Там перейдете по этой ссылке, вступите в мою группу «Рыб-охотники». Вот. Ну а остальным я желаю удачных дней, удачной рыбалки, всем ни хвоста, ни чешуи. Ну и всем пока!